Сотрудники полиции проявляют повышенное внимание к автобусам. Главная задача инспекторов – не допустить к перевозкам транспорт, находящийся в технически неисправном состоянии. В автобусе обязательно должна быть аптечка, огнетушитель, в порядке путевые листы, талон техосмотра и страховка. Привлечь к ответственности инспекторы могут даже за беспорядок в салоне. За время операции было отправлено два автобуса для устранения технических неполадок в гараж. Ну, соответственно, остальные нарушения были менее значительные, и за них были составлены административные материалы. Особое внимание сотрудники полиции уделяют покрышкам маршрутного транспорта. Порезы на резине могут привести к плачевным последствиям. С колесами в этом микроавтобусе полный порядок, а вот одна фара не работает. Инспектор дает время на устранение неполадки 5 минут, и автобус готов продолжать работу. По закону все автобусы должны проходить техосмотр дважды в год. Однако за неделю сотрудники полиции выявили массу неполадок. Наказаны более 100 водителей. К дисциплинарной ответственности привлечено 6 человек. Выявляемые технически неисправный транспорт, ну это... Там такие технические неисправности, что в основном в течение часа-двух они устраняются. Грубых таких нарушений не было еще ни одного автобуса, чтобы неисправно рулевое управление было, тормозная система. Такого не было, чтобы мы снимали госномера и снимали с линии вообще. Сотрудники госавтоинспекции стоят на страже здоровья у всех горожан. Операция «Автобус» вскоре завершится. После нее инспекторы станут проявлять повышенное внимание к транспорту, перевозящему школьников. Юлия Кузьменко, Ольга Муравьева, Александр Анисимов. Телемикс.